Тюменская служба новостей продолжает проект, посвященный 70-летию Победы. В его основу легли страницы сборника «Тюменцы фронту». В здании напечатаны документы об участии жителей региона в Великой Отечественной войне. Вашему вниманию очередная серия рубрики «Все для Победы». Город Тобольск, 25 декабря 1941 года. Из постановления Тобольского горкома ВКПБ. Организовать во время школьных каникул проведение смотров художественной самодеятельности, оборудовать пришкольные катки, провести экскурсии в музей и на выставку «Великая Отечественная война советского народа». Организовать с детьми военно-тактические занятия, лыжные вылазки, сдачу норм БГТО, ПВХО, ГСО. Привлечь к проведению елок широкую общественность, не допускать затраты каких-либо государственных средств.